Уважаемый господин председатель, уважаемые дамы и господа, в речах многих выступавших до меня ораторов уже прозвучала мысль о том, что наша общая планета переживает необратимые перемены. На глазах рождается новый мировой порядок. Контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством, выступающим за более справедливое распределение глобальных благ и цивилизационное многообразие, и между теми немногими, кто применяет неоколониальные методы подчинения, чтобы удержать свое ускользающее доминирование. Своего рода визитной карточкой коллективного Запада давно стало неприятие принципа равноправия и тотальная недоговороспособность. Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие. А затем их попросту не выполняют. Как отметил президент Путин, Запад является собой самую настоящую империю лжи. Россия, как и многие другие страны, знает об этом не понаслышке.